Если бы я сделал это только для того, чтобы магазин ограбить и деньги заиметь, был бы, наверное, счастлив. Нет, я не это хотел. Я просто хотел себя проверить. Способен ли я на настоящий поступок, или все же только трус и болтун, как и большинство людей. Понимаешь, я просто задал себе такой вопрос. Если бы на моем месте были, ну, например, политики, которые собираются бомбить очередной Ирак, и зная, что там будут убиты сотни тысяч безвинных людей, остановила бы им такая мысль? Остановила бы? Вот и я хотел, чтобы и в моей голове эти жалкие сантиметры не появились. Как видишь, появились. Не выдержал.